Личному составу нового начальника, полковника полиции Дмитрия Урюпина, представил начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов. Он рассказал, что ранее Урюпин возглавлял отдел полиции Советского района ОМВД России по городу Самаре. Я думаю, что Дмитрий Алексеевич вы все знаете. Прошел все ступени, в основном это была криминальная тогда еще милиция, полиция. Прошел целый ряд территориальных органов. И последнее время на протяжении 9 лет работал руководителем советского. Я хочу действительно пожелать побольше позитива, сечения звезд, чтобы у вас сложилось, потому что первое время не так все будет просто. В мероприятии также приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской думы Алексей Дегтев, прокурор Самары Артем Ярыгин, председатель общественного совета при ОМВД России по Самаре Александр Капункин. Глава города выразила благодарность Игорю Иванову за быстро принятое решение. Игорь Геннадьевич, конечно, прежде всего я хотела вас поблагодарить за быстро принятое решение, потому что город-миллионник без начальника управления, наверное, несколько неуверенно себя чувствует. Дмитрию Алексеевичу, конечно, хочу пожелать уверенной службы. Мы рядом, я готова своим знанием поделиться, безусловно. И, конечно, уверена, что совместная работа будет продуктивной и во благо наших с вами жителей. Дмитрий Урюпин родился в 1975 году в Куйбышеве. В 2004 году окончил самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция. С 2005 года проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений Управления МВД России по Самаре. Награжден медалями МВД России за отличие в службе 3-й и 2-й степени. Виктория Шарая, События.